Хей-йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой будем заниматься. Заниматься хоррор-игранием, вот так вот, вот прямо назовем. А, значит, что сегодня нас с тобой ждет? Во-первых, да, мы эту игру с тобой уже видели. Что же это за игра? Давай, ты попытаешься угадать. Я в названии ролика написал, что это за игра, но ты попытаешься угадать. Короче, кейс Аниматроникс, да? Надо бы разобраться, да? Что за игра, что вообще там дальше, блядь, делать? Где-то мы там с тобой остановились, когда там месяц назад ролик был. Ролик не собрал просмотров. Давай будем выговаривать, да? Ролик не собрал просмотров. Ни шортс, ничего вообще, по-моему, там не собрало нормального количества просмотров, которые я ожидал. 39 и 26. Но, в принципе, это заебись так-то. Так-то неплохо, но бывало и лучше, поэтому не собрал. Не собрал, все плохо. Все плохо. Все плохо. Елка. Да, елка. Елка. Горит красиво. С Новым годом тебя, с наступающим, да? Я уж полторы минуты развлекаю тебя, пока у меня Steam запускается. Запускается игра, да? Угу. Угу. Поехали. Игра. Собственно, мне нужно сделать вот так и сделать профессионально. Это только делаю я так профессионально, да? В прямом эфире, так сказать. Так сказать, в прямом эфире настраиваю все, потому что я, ну, я ж профессионал самоуверенный. Короче, вот оно меню, мы жмем загрузить игру, и все, игра пошла загружаться. Игра страшная мне показалась, не люблю я такие игры, это вот, знаешь, она не страшная, она напряжная, это в какой-то там серии по Outlast 2, которого я не дописал, говорил, но я допишу в следующем году, допишу, ну, правда, ну, нет мне ни желания, ни времени, просто это немножко по-другому работает, чем остальные игры, поэтому просто банально, ты посмотри, как она замергала, она хочет внимания. Лайков за елку завезите, а ну что это? Ель! Так, что она от нас требуется-то? Что в прошлый раз было-то? Была вот эта ерунда. Да? Угу. Вот сюда нам надо будет. Хотелось бы понять, что после этого нужно будет делать. Нам же нужно потом куда-то пропасть. Да, это типа страшно, да? Угу. Да, вот тут нужно побежать подальше. Вот туда вот этот спрятаться какой-нибудь. Ну, мы успели. Идет. И когда я от звука и шагов слышу, мне, блядь, не по себе становится. Хотя тоже груд металла бояться, блядь. Не царское это дело, как говорится. Как говорили мудрейшие, да? Ключ-карту, где ее взять? Ага, ключ-карту, хорошо. Это мне нужно вот для... Я даже помню, как управлять. Представляешь, что... Только не помню, как, где расположение, малёх, как-то подзабыл. Подожди, это офисы были. Это она где, получается? Это вот тут сейчас она выйдет. Вот она через А1 прошла, да, вот так. Вот тут вышла. Мы вот тут. Я хуй пойми, где она на самом деле. У меня даже предположений нет.
Возвращается, походу. Вот, она уходит. Хорошо. Где найти ключ-карту? Теперь другой вопрос, да? Где найти ключ-карту? Может, в этом офисе где-нибудь? Не, ну так-то тоже, ебать, обыскивать каждый ящик, это как-то глупенько, нет? Блять, нахуй ты закрыл? Куда она зашла? Куда зашла она? А, вообще заебусь. Мне нужно переключить камеру на вот этот вид. Нет, не заебусь. Если не заебусь, то это будет заебусь. Нет, она сейчас идет туда, куда мне надо, да? Да, бля, без разницы так-то на самом деле. Главное, что она далековато от нас достаточно. Глупая идея, да? Я думаю, там надо открыть, и тут будет карточка, но нет. Как же, сука, страшно. Куда? Во что я уперся-то, ебать? Это, скорее всего, тут карточка должна быть. Может, рядом с этой хуетой? Ты там успокоишься? Нет, будешь толкаться, я тебя уволю, понял? Хотелось бы понять, где эта херня сейчас. Да, вопрос главный. И в коридоре-то я и не вижу. И как же плохо, что я ее не вижу. На самом деле я молчу, потому что я очень напряжен. Когда я не вижу ее, это пиздец, значит. Значит, она в моем крыле где-то. Киска, сука. Или это волк, кстати. Я вот в этом плане еще пока даже не понял. А, вот, она пошла. Вот, она повернула вот сюда, в эти офисы, да? Все, заебись. Можно пока булки расслабить. Подожди, ну на самом деле булки не расслабляются ни разу. Я не знаю, я хуй пойми, где карточка на самом деле. Может, в сейфе? А сейф-то закрыт. И сесть, кстати, не на цене, на что я не могу. Как сюда еще попасть, вот в эту часть? Не, ну попасть можно вот тут, да, но это как-то тоже. Где она сейчас? Сука, где кошка? Мандавошка. Она пошла на выход, она, значит, выйдет сейчас в коридор. Если она сейчас выходит в коридор... А, нет, она пошла на выход. Мне не нравится, что она идет опять в это крыло. Мне нужно как-то смыться отсюда. Давай попробуем поймать тайминг, да, вот этот вот. Ну, тут же ничего нет. Ну, вообще этот Фредди, блядь, валяется. Блядь. Я футаю кнопки. Я очень вообще напряжен, мне прям не по себе. Мне прям плохо. Не хочу больше в это играть. Ну, прям от слова совсем. А где она? А где она? Где? Хорош. Заебись, киса умная. Ну, в основном она передвигается в том крыле, типа. Ну, легче-то, блядь, это... Подожди, тут что-то написано? 1977 году была всего одна единственная компания, которая использовала аниматроников для увеселения детей. Другие компании использовали их для кино. И это настолько клевое создание, когда я пошел в тот ресторан со своими родителями. Я был в диком восторге. Жаль, эти персонажи только стояли на сцене. Выглядели они словно так, как настоящие. Если бы они могли ходить... Где ты, сука? Откуда, сука? Блохастая, ты где? Я не вижу ее, мне, блядь, страшно.
Я не вижу, блядь, не слышу ее. Так-то тоже, ебать, не весело получается. В поле ее нет. Тут ее нет. Тут, блядь, ее тоже нет. Тут нет. Тут тоже нет, блядь, неудивительно вообще. Фотку. Спасибо. Спасибо, блядь. Где найти карточку? Да, вопрос. Скорее всего, у нас в офисе где находишь, что ли, регулярно? Ну, тоже так-то глупо, как я там должен искать? Давай гугли, давай я загуглим, я не хочу. Это мы убьем просто тонну времени. Подожди секундочку, давай загуглим, да? А, как найти? В кейс-симулятор... Зная мою логику, мы бы с тобой занимались этим очень долго. Смотри, оказывается, это скрипты ебаные. Я расстроен. Че это снизу тут? Не, надеюсь, эта полоса особо не смутит. А, потому что эта полоса... Скриншоты, я не знаю почему, но пусть будет. Собственно, смотри, что нам нужно сделать. Оказывается, это просто люто смешно и очень просто до ужаса. Оказывается, да. Блять. Оказывается, все проще, чем мы с тобой думали. Нам нужно просто ждать. Ждем, когда наша любимая киса придет на зов наш, да? Придет, посмотрит, где это, блять, мы, да? Где это мы? Я не собираюсь проходить, если что, эту игру, не мой формат немного, не люблю я, блядь, эти игры. Может, пройдем на стриме когда-нибудь, не знаю, но пока что нет. Ждем, когда она вернется. Можно без этого? Я не могу понять, где она. Короче, ее рядом нет, когда она перестает топать. Короче, синяя карточка находится, да? Либо в одной из... Блять, вот она. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. От какой, блять? Вот где-то, мразь. Она ушла туда, куда нам надо. А пока она ушла, давай сходим. Хотел я спрятаться куда-нибудь, хуй, блять, там. Я сейчас спрячусь, я не смогу смотреть потом по камерам. Главное, чтобы эта мразота в душ не пошла потом. Если она пойдет в душ, это все, это пиздец сразу. И сейчас она, смотри, поворачивает сразу в душ. Блять, я не удивлен. Она в принципе вполне... Ну так она рядом, все равно мне как-то не по себе тут пробегать будет. Немного не в тему. Мне нужно, чтобы она ушла в А1. Но когда она уйдет в А1, я смогу спокойно пробежать и сделать все свои дела. Но она сейчас пойдет не в А1, она пойдет сумка в душ. Ходит, палит, фу, противная. Вот это я понимаю животное, блядь. Может, она выйдет в коридор и в коридоре посрет где-нибудь. Ну давай, блядь, уйди уже отсюда. Я пытаюсь сориентироваться по звуку, но у меня это не получается совсем.
Зайди, блядь, в офисы. Давай, 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 давай. Зашла? Хорош. Умная киса. Вот тут карточка. Где-то тут должен быть щиток. Хорош. Отлично. Кажется, теперь во всем здании есть свет. Ой ты. О, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Да отъебись ты со своим Бэйном, мне вообще не до тебя. А у тебя своего-то мнения нет? Я пропустил диалог, потому что я слышал рядом шаги. Ебать, ты кто? Новый друг. Пизда нам, я вообще в шоке. Нам пиздец. О, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Давай логически подумаем. Где находится, да, кабинет Бэйна? Бена. Бэйна, блядь. Бен. Где находится кабинет Бена? Давай вот зададим вопрос Гуглу. Где находится кабинет Бена в Бенной Холле, да, в Лондоне. Каком нахуй Лондоне? Давай найдем, давай загуглим и найдем, потому что время не будем эфирное тратить просто так, да? А я загуглил, нашел, что кабинет Бена это B2. Надо найти красную ключ-карту. Красную ключ-карту мы сможем найти в одном из железных ящиков в кабинете Бена. Вы, блядь, что, издеваетесь? Кабинет Бена мы сможем попасть с помощью карточки. Восемь процентов, ты что, блядь, издеваешься? Ой, блядь. Киса, сука. Kiss my ass, please, блядь. Блядь, я попутал, малёх. Идёт, сука. Подожди, так я есть в кабинете у Бена, нет? Блядь, вот я тут, а мне нужно в B1. А где кыска? Не терапыска. Ну, риск это дело благородное, побежали нахер отсюда. О! Короче, нам нужно в B1. B1 находится там, где часто кошечка обитает. Или это волк, блядь. О, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Смотри. Идет, блядь, идет. Залезь обратно, нахуй. Идет, да, идет, я слышу. Вот B1. Ну все, рядом вроде никого. А, она скорее всего вот тут, А2. Нет, C1. Да, она в C1 пошла погулять. Хорош, хорошая киска. Мне нужно найти зарядку. Либо красную карточку, да? июнь. Я сделал Эмме предложение. И вообще, этот день запомнится на всю жизнь.
Начало лета, первое число, первый запуск двигающихся аниматроников. Они даже носят детям пиццу. На всякий случай сделал систему удаленного управления. Вдруг с персонажами что-то произойдет не так. Увидел на складе запчастей костюм аниматроника из семи... Ебать. Я, блядь, читался. И ты чё? Я обиделся, игра, блядь. Дочитаем в следующий раз. Все. Но это в сегодняшней серии подходит к концу. Собственно, почему так быстро, да? Потому что началась беготня бесполезная, неинтересная. Первый взгляд на игру был в прошлой серии, и меня она напугала. Сейчас мне даже не особо страшно, просто напряжно, просто неинтересно. Может быть, да? В следующем году будет стрим по этой игре. Может, мы там на стриме ее да, там пройдем, посидим, пошалим, что-нибудь поделаем. Но это тоже не факт. Собственно, на этом пока что история на моем канале Case Animatronics заканчивается, да? А когда заканчивается, нужно что? Правильно показать вот эту вот заставку. Вот эту. Что заставка? Что не заставка не работает? Что, блядь? Заставка не работает, прикинь. Я включаю, она не работает, собственно. Без заставки сегодня будем, я так понимаю, да? Вот она, родная. Канал, плейлист, ролик, все тут есть. По ссылке в описании можете прийти в группу ВК, там выходят мемы, анонсы. Ёлка, с Новым годом тебя! Каждый день выходят хорроры. Завтра будет еще один классный хоррор, я уже знаю, что это будет. И завтра ты узнаешь. Ёлка, да, это вот я. Я тебе говорю, Дискорд сервер по ссылке в описании. Мы там зависаем в пати в первом голосовом канале каждую субботу в 4 часа по МСК. Ты можешь к нам зайти, с нами поболтать. По ссылке в описании есть группа ВК. По ссылке в описании мой ТикТок-аккаунт. Ну, чё я? Вот. И по ссылке в описании наш Телеграм-канал, в котором выходят посты о психологии. Спасибо тебе еще раз за просмотр. Пока. Вот так. Пока.